Всем привет, меня зовут Антон Семец, все говорили свои идеи. На самом деле, сегодня одно предложение не сформулировано, зачитаю даже подготовленное. Система распределения благотворительных взносов среди зарегистрированных проектов в соответствии с приоритетами, установленными взносчиком. Человек запускает у себя некий клиент, указывает сумму денег, которую он переводит, и категории проектов, которые он хочет профинансировать. Нажимает ОК, деньги улетают на какой-то смарт-контракт и инструкция, которую он сформулировал. Потом эти деньги на этом смарт-контракте накапливаются до какой-то определенной суммы, чтобы комиссия там была небольшая, и, соответственно, отправляется уже конкретно проект. Все должно быть абсолютно децентрализовано. Все проекты, описания тоже хранятся в блокчейне. Все счета тоже там хранятся где-нибудь, где крутятся смарт-контракты, там, не знаю, там эфириум, лист, как бы это не важно. Суть в том, что ну, есть группа людей, там, какая-нибудь, скажем так, субкультура, которые разворачиваются разные проекты. И они хотят их поддерживать. Но иногда очень сложно выбрать какой-то один конкретный, там, 100 рублей в этом месяце я туда отправлю, 100 рублей я отправлю другому в следующий месяц. А здесь получается такая система, что человек на как бы распределен, ну, человек на счет закидывает деньги и закидывает инструкции о том, как они потом распределятся. А, соответственно, проекты, которые зарегистрированы в системе, они имеют разные категории. Ну, там культурные, там деятельность, там театры или артисты, там, здравоохранение. Ну, вообще, можно, в принципе, если в общем говорить, любая благотворительность. Человек, когда формирует свой как бы, взнос, он указывает, допустим, я могу там, 30% этой суммы значит, на здравоохранение отправить, 30% там, на творческие проекты, там, 30% отправить на информационные какие-то проекты, там, а 10% оставшихся, допустим, адресно такому-то проекту. То есть вот он получает некую формулу распределения своего взноса и отправляет значит, на смарт-контракт свою сумму и эту формулу. И при том, что он вот эту формулу формулирует, тоже не онлайн. Остался на минуту, просто. А у него клиент свой, как бы стендалон приложение, которое просто это все формулирует, он отправляет контракт. Кто в команде? В команде только я, как бы идею придумал. Мне, соответственно, нужен разработчик, который контракт сделает. И, соответственно, нужен там какой-нибудь HTML, там JavaScript, чтобы фронтенд сделать. То есть я хочу, чтобы это было... Антон, можно еще ваш бэкграунд? Просто люди не знают, вы сами экономист, программист. Я видеооператор. Окей. Если кому-то видеооператор, даже в команду. Ну, как бы, не знаю.